Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео с упражнениями для фортепиано. Давно у нас на канале не было такого видео. Вот. Сегодня прозвучит, наверное, топ такой максимум, который исполняют мои ученики. Да? И сегодня мне помогает Софья. Привет. Да, всем привет. Софья. Мы занимаемся где-то больше года, да? С перерывами. Больше 30 произведений с тобой изучили, да? Вот. И на канале, на втором канале Пианиссимо, все это можно увидеть. Итак, буду снимать сверху, только ты не торопись, потому что все просят всегда разглядеть пальчики, да? Да. Вот, кому-то будет интересно, потом они сами это будут играть. У нас где-то сколько получается? Где-то 15, да, упражнений? Да. Будем, сейчас посчитаем, да, по ходу? Да. Я примерно помню, то ли 4, то ли 15, что-то такое. Ну все, кстати, вот Шуман, сейчас мы грезы будем после упражнений изучать. Грезы Шумана. Две пьесы мы уже записали на пианиссимо, можете посмотреть. Грезы, это у нас будет третья. Цикл из трех пьесок пока взяли из детских сцен. Ну все, я буду снимать сверху, только ты не торопись, да? Первое упражнение. Ганона. Все работают 5 пальчиков. Дальше. 3 звучия. Обращение, три звучия. Очень хорошее упражнение для переноса руки. Хорошо. Ручки не устали? Ну все, дальше. Если руки устают, то мы отдыхаем пару, на 5 секунд, грубо говоря. Гаммообразное упражнение. Вверх. Расходящееся упражнение.
мешает. Здесь котик бегает. Василий. Домообразное упражнение внутрь. Так, дальше. Ну, как говорят, это упражнение Шопена. Упражнение Шопена. Какой-то комментарий, я помню, был. Типа, Шопен такой ерундой не занимался. Ну, а как? Его произведения очень технически сложны. Не может быть так, чтобы человек родился и такое сочинял, и так играл. Виртуозно, без упражнений. Да, здесь работают все 5 пальчиков. Опять же, могут разные вариации быть. По 2, по 3, по 4. Упражнение листа. Все 5 пальчиков работают. Пальчики у нас окрепли, да, за год так уже, смотрю. Так, следующее, что у нас? Двойные терции, двойные ноты. Чайки. Thank you.
Устали руки? Нет. Так. Чуть-чуть осталось, да, уже? Это уменьшено септаккорд, да? До, ми, соль, си, бемоль, до, диас, ми, да. И здесь до, диас, ми, соль, си. Все пять пальчиков, да. До, диас, да. Если я не ошибаюсь, это упражнение Горовица. Нажимаем все клавиши. Как раз чувствуем хорошую растяжку. И нажимаем каждый пальчик. Опять же, вариации могут быть по одной клавише, по две, по три и так далее. Через палец, каждый палец. Тем более, сейчас рука растет. Софья, 11 лет, да? Да. Угу. Ручки так у тебя, да, уже так. Упражнения дают свое, конечно. А ты уже дошла до верха. Ну, ну чтобы не повторяться. Ну, просто сейчас как разъяснение даем, пояснение. Самые противные пальчики. Четвертый, пятый. Самый ленивый четвертый. Но опора должна быть как раз пятый пальчик и первый. После этого упражнения уж точно ручки, наверное, устали. Мы недавно добавили, да, упражнения? Да. Уроков, не знаю, урока три, наверное, назад. Пусть отдохнут. Что у нас остается? Не знаю, без звука, да? Без звука, которое упражнение. То есть ставим мы звук, ну, поскольку у нас синтезатор, ставим максимальную громкость. Да. И стараемся играть, чтобы звук не издался. Не сдался или не издался. Сейчас там мне напишут комментарии. То есть надо пальчик до дна нажимать, но чтобы звука не было. И, кстати, я потом еще придумал упражнение. Такое же, только звук должен быть очень тихий. Но это вот, кстати, на рояле лучше получается. Здесь как бы все равно схема какая-то есть, да? Угу. Нажимаем до конца, чтобы звука не было. Не торопись. Это на тактильность. Ну вот, с разговорчиками где-то минут 12 упражнений у нас, да, проходит. Ну, это как раз очень хорошо разогревает руку вначале, да? Да. Как раз разыгрались перед Шуманом, перед грезами. Все. Вот сегодняшнее видео посвящено, опять же, упражнениям нашим любимым. Спасибо, Софья, да? Софья. Пока. Пока. Василий Рябабаевич, пока. Ну все, мы продолжаем заниматься. Оставляйте комментарии, пишите чего-нибудь, ставьте лайки, да, подписывайтесь. Всем пока-пока. Увидимся в следующий раз.